Московской области 90. В юбилейный год по всему Подмосковью проходят приуроченные ко дню рождения мероприятия. Один из них – фестиваль «Мой край любимый», в рамках которого прошла встреча писателя Людмилы Артемовой с учениками химкинских школ. В стенах Центральной детской библиотеки автор прочитала отрывки из своей книги «Книга для умных и храбрых детей и родителей», а также побеседовала с ребятами о патриотизме. Очень важно нам проводить такие встречи для того, чтобы дети понимали свою суть, чтобы они понимали свое предназначение, чтобы они понимали, что они будущее страны, и на их плечи ложится ответственность за то, каким будет это будущее, чтобы они уже сейчас умели себя оценивать так, как нужно, как следует российскому человеку. Людмила Артемова – член Союза писателей. Из-под ее пера вышли такие книги, как «Карлики богов», исторический роман о жизни тыла в период Великой Отечественной войны, рассказ с дорогами встреч и расставаний, а также многие другие. В рамках встречи ребята продемонстрировали автору свои таланты – умение рисовать, писать стихи. В заключение у всех была возможность задать вопросы Артемовой. В основном они касались темы написания произведений и творческого пути писателя.